Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Йокояма Тайкан. Перепел. 1925 год. Шелк, краски. Это вертикальный свиток 60 на 85. Произведение Йокояма Тайкана составляет ядро коллекции музея Адатти. Тайкан – один из крупнейших мастеров школы Нихонга, известный не только как живописец, но и как активный, деятельный человек. Происходивший из некогда влиятельной самурайской семьи, он учился в Токийской академии изящных искусств, а позже, начав преподавать, фактически возродил ее. В 1937 году одним из первых в Японии он был награжден орденом культуры. С художником Адати Дзенко его объединяла энергия и креативность. Не случайно, разыскивая и собирая работы своего любимого художника, Адати Дзенко проявлял феноменальную настойчивость и упорство. Йокояма Тайкан работал в различных техниках и манерах. Изображая птицу среди трав, под веткой с листьями, слегка тронутыми осенней желтизной, он приглашает зрителя сосредоточиться и увидеть мельчайшие детали, отличающие один лист от другого, стебель сухой травы от ветки сухого куста, и, наконец, с наслаждением осознать, что в природе все красиво по-своему. Ну, вот такое описание к работе Йокояма Тайкана. Перепел, 1925 год, шелк краски. Я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.